Ну что, пойдемте посмотрим, что здесь у нас в этом, ну, как они называют, Lucky View Bali. Lucky View Bali. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Какой здесь вид. Просто великолепно. Замечательно. Ляпота. Это не просто ляпота. Ляпотища. Голова даже немножко кружится, да? А люди здесь живут. Красиво. Ничего не могу сказать. Любуемся без меня просто. Сколько у меня играешь? Очень-очень красиво. Я даже не знаю, что здесь попалось. Не зря сюда приехали. Совсем не зря. Нам, кстати, выдали на въезде, это я не знал, но вот такие вот билетики. На троих получилось 95 тысяч. Это странная циферка, я не понял, как они считают. Ну, на троих получилось билет порядка 500 рублей въезд сюда. На эту территорию. Вот, смотрите, какие-то тропинки. Видимо, как раз это по лавовым полям. Народ ходит, поднимается для встречи восхода. Не знаю, откуда они еще с других мест поднимаются. Ну, где-то вот здесь. Красиво. Пройдем дальше. Пойдем дальше, там красивые места у барной стойки. Посмотрим на красивые места барной стойки. Ой-ой-ой. Здесь вообще шикарно. Ну, здесь просто сидишь, обедаешь, получаешь эстетическое удовольствие. Ой, какие стулья тяжелые. Красота. Просто. Да. У меня же еще есть мыльница это с собой. Ну и на мыльницу, что, мыльница это, мыльница тоже хорошо. Чего сфоткала, сама не поняла. Hello. Thank you. Ну, здесь меню есть. Можно прикупить что-нибудь и пить или есть. Ну, нормально, в приличные, в принципе, цены. Ну, не знаю, что здесь добавить. Ну, я просто нет слов. Можно добавить. Да, можно добавить бутылочку пива, но за рулем нельзя. Поэтому добавим что-нибудь безалкогольное. Вон там внизу серпантинчики по симпатичкам ползут. Машинки еле-еле. Вот видите.
это озеро именно? Вот я смотрю там, что это, там они ловят... Озеро, да, это озеро. Похоже, озеро Батур. Ловят креветки. Ну, я не знаю насчет креветок, а рыбу точно уж ловят. Ну, вот так, еще потом чуть-чуть позже поснимаю, сейчас буду заниматься. Закажем что-нибудь, попьем, поедим. С таким видом грех не поесть. Где ты еще так на высоте покушаешь? С таким аппетитом, да? Да, просто красота. Пока-пока. До встречи в сети.